Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян задержали за управление автомобилем без документов. Эту информацию уже подтвердили в столичном МВД. В марте суд пожизненно лишил любительницы лихой езды водительских прав по медицинским показаниям. За то, что Мара все-таки села за руль, ей грозит штраф 30 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо административный арест на 15 суток. Напомню, в криминальной хронике Багдасарян попала после гонок золотой молодежи на Гелендвагене в мае прошлого года. Когда полицейские начали разбираться, выяснилось, что у Мары еще и десятки неоплаченных штрафов. В результате ее несколько раз помещали в спецприемник, обязали выплатить около 200 тысяч рублей и приговорили к обязательным работам.